Приветствую вас. Я думаю, что вы, являясь достаточно взрослым человеком, да, вот, ну, то есть, как минимум, вы прожили достаточно серьезную, достаточно серьезную жизнь, вот, в плане того, что, ну, вы производите впечатление взрослого человека, в любом случае, вот. Так вот, вы прожили жизнь. Я полагаю, что ничего страшного не будет с вами, если вы, значит, еще, значит, какое-то время поживете, да, то есть, ну, поживете, например, еще неделю, да, вот, или, может быть, месяц. За это время, мы можем с вами поработать. За это время мы сможем вам помочь. Понимаете? Вот. Стремление к смерти, да, то есть вот, ну, ваше желание умереть, вот, оно связано с тем, что вы хотите убежать, значит, ну вы хотите избежать того, что с вами происходит сейчас, и другого выхода вы не видите. Вот. Я полагаю, что вам можно помочь увидеть, кто подталкивает вас к тому, чтобы умереть. Кто подталкивает вас к тому, чтобы свести счеты с жизнью. Вот. И, соответственно, после этого уже можно будет вам помочь. Вот. Помочь разобраться со своей проблемой. И помочь увидеть, вот, свою ситуацию и начать из нее выходить. Я думаю, так можно вам ответить на ваш вопрос. Ну и, конечно же, в любом случае, вам нужно будет, ну, может быть, пройти терапию, вам нужно будет обратиться к психотерапевту, вот, значит, ну, и, может быть, и не обязательно, да, то есть, психологом вы тоже можете поработать, вот. А если
Значит, если вы чувствуете непреодолимое желание умереть, то тогда, конечно, стоит подумать о госпитализации. Вот. Вот так. Значит, как правило, значит, перво-наперво, первое, что нужно сделать, это выговориться. То есть высказать все, что у вас на душе, вот, прям высказать все, что вас беспокоит, и уже, соответственно, исходя из этого, вот, начав высказываться, вы сами будете, значит, действовать по пути решению своей проблемы. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь вам. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи.